Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас на телеканалі «Миколаїв». В ефірі програма «Розмова на тему». Сьогодні ми поговоримо про гру для розумних. Бізнес-ліга «Що, де, коли» у Миколаєві. Відповіді на запитання, пов'язані з цією темою, дадуть гості, які сьогодні завітали до нашої студії. Доброго дня! У нас в студії пан Олександр Кузнєцов, керівник проєкту «Миколаївська бізнес-ліга. Що, де, коли?». Ксенія Смілова, адміністратор проєкту. І Сергій Колесник, адміністратор проєкту. Доброго дня! Ще раз рада бачити вас у нашій студії цього першого квітневого дня. Можливо, і не випадково ми зустрілися. 1 квітня, день гумору, день жартів, а гра, певно, теж неможлива без жартів. Да, ви знаєте, у нас пройшла гра була... Ну, на самом деле, вона у нас случилась так не спонтанно, ми її планували, ми її довго готували, і тому у нас ніяких таких, от, знаєте, казусів не произошло. Все йшло по плану, чітко відроблено, все було добре. Касательно 1 апреля, сьогодні забавний случай був, я, знаєте, йшов мимо пункту обміну на вулиці Дзержинського, і посмотрел в графу «Долар», там був курс 8, ну, наверное, шутят ребята, то есть, в этом плане, да. Настрій жартівливий у Миколаєві присутній. А про те, який же настрій панував на першій грі «Що, де, коли» Бізнес-ліга Миколаєва, ми подивимося зараз у нашому відеоматеріалі. Я нагадаю, що гра відбулася 11 березня. Це була перша гра цього сезону. Подивіться, як це було. Серед гравців інтелектуального турніру «Що, де, коли» були представники різних сфер діяльності. Питання не вимагали глибоких знань, а сама відповідь заключалась в роботі логіки та інтуїції. Самі завдання вже містили в собі підказку. Не менш важливою була робота в команді. Таким чином всі учасники могли отримати задоволення від гри. Настроєння отличне, шутливе. Тому що у нас якраз команда підібралась, вроді всі такі серйозні з себе. Ну вот как раз та ситуация, когда можно немножко отвлечься от той ежедневной суеты. На відміну від телеверсії, гра мала більш спортивний формат. Команди змагалися не з телеглядачами, а між собою. Правильні відповіді учасники записували на спеціальних картках, які збирали ластівки, помічниці ведучого. В ході гри були і обговорення. Команда, що може мікрофон у вас? Ваш варіант відповіді. Наш варіант відповіді – машина времени. А теперь объясните, пожалуйста, как вы к этому пришли? Почему машина времени? Серед команд новачків були і досвідчені гравці. Если сравнивать вот с вашего опыта и сегодняшние события, есть ли какие-то изменения и какие? Да, более в хорошую сторону, что здесь более расслабленные люди находятся. Все-таки мы не играем, опять же, для турнирной таблицы какой-то, поэтому более расслабленные и больше с юмором, более раскрепощенные люди. Это скорее отдых. Більшість гравців прийшли на змагання не за перемогою та нагородами. Пройнятись командним духом та відволіктись від метушні – ось основна ціль гри такого роду. Це мероприятие, которое позволяет немножко отключиться от той суете, в которой мы находимся все дни, вот когда сидим такие все с надутыми щеками, все такие серьезные, а сейчас мы можем позволить себе немножко так стать, чуть поиграться. Отже, як ми побачили у відеоматеріалі, дехто з учасників говорить про те, що настрій такий легкий, люди прийшли розслабитись, відволіктись від повсякденних своїх якихось турбот, задач. Чи це є вашою основною задачею? Взагалі, які є цілі у бізнес-ліги Миколаєва «Що, де, коли»? Коли вона створена, власне кажучи, і історію створення, можливо, трохи обговоримо? Да, цілі абсолютно чіткі. В'ячеслав Сімченко, як ніхто, лаконічно сформулював, точніше, цю мисль. Ми там не сидимо, не дуємо щоки, ми віддихаємо. Тобто ми думаємо. Интересный развлекательный контент, он у нас не такой богатый, действительно, периферии вот этой вот выбором, да, у нас есть игромафия и, в принципе, на этом-то и все. Поэтому мы решили... Квест-кимнаты сегодня занимаются тоже. Да, знаете, смешная шутка была в КВН, в передаче, раз в минуту появляется одна квест-комната, сейчас это тоже модная... Течение, в принципе, квест-комната, да. Но в таком формате бизнес-лиги действительно у нас в городе не было. Хотя, опять же, в других городах Украины, в Киеве, в Одессе, в Днепропетровске, вот недавно в Виннице на прошлой неделе стартовали тоже бизнес-лиги. И в данном случае Николаев, он не стоит в стороне, мы тоже участвуем. И, в принципе, идея создания и день рождения Николаевской бизнес-лиги как раз-таки совпадает с первой игрой. Это 11 марта этого года, это первое мероприятие нашего проекта. И
именно от этой отправной точки берет старт наша лига. Почему мы это создали? Я, как бы уже сказал, повторяться не хочу, но какие цели? Цели – это развлечение, то есть цели – это общение. Мы приглашаем тех людей, которые, как нам кажется, имеют определенный вес в николаевском обществе. Эти люди целеустремленные, это люди активные. То есть, и исходя из таких вот критериев отбора, нам было достаточно легко определить, что основная целевая аудитория для нас – это бизнес, это представители учреждений, организаций, общественных организаций, это профсоюзы, это, в принципе, общественные деятели. Тобто не лише бізнес. Не лише бізнес. Бізнес-ліга, по суті, громадські організації, навчальні заклади, ми теж бачили, можуть приймати участь. Теж можуть приймати участь, да. В этом в плані у нас ограничений нету. Главные критерии – это адекватность людей, которые будут там присутствовать. Это желание развиваться и желание как-то культурно обогащать свой досуг. Відкритись чомусь новому. Естественно. Можно просто привести пример, то, что не только бизнесмены были даже на первой игре, правильно у нас? Абсолютно верно, да. Ну, да. Ми бачили, представники вишів були, представники громадськості. Совершенно верно. Просто вот эта сама атмосфера, которая есть на самой игре, вот она настолько другая, когда с самого начала люди приходят, все серьезные, думаешь, да, сейчас будет что, где, когда, все будет так вот строго, серьезно. А потом, после первых там трех вопросов, все уже понимают, получают удовольствие, особенно когда правильно отвечают. Это нравится вообще очень, всем очень. Перемагати люблять всі. Ну, конечно. Олександре, ви вже зазначили, що бізнес-ліги існують в різних містах України на сьогодні. Чи є якась єдина мережа? Чи взаємодієте ви з бізнес-лігами інших міст? Смотрите, есть общее понятие. Какая структура, чтобы зараз нам зрозуміти? Нужно четко понимать, что есть система лиг спортивного «что, где, когда». То есть спортивные игры «что, где, когда». И есть бизнес-лиги, это несколько досуговый проект. То есть это проект, в котором люди отдыхают. В данном случае общих мероприятий, которые проводились между лигами, ну, насколько мне известно, не было. Но есть ряд команд, которые играют как в Одессе, так и в Киеве. То есть это общение строится на уровне личностных каких-то взаимоотношений между командами, между организаторами лиг в каждых городах. То есть пока, опять же, насколько мне это известно, каких-то общих мероприятий и общей системы бизнес-лиг нет. Но, естественно, система спортивного «что, где, когда» предусматривает наличие лиг и проведение спортивных турниров, и рейтинг, поименный рейтинг знатоков отдельных. Есть понятие сертифицированных редакторов, организаторов турниров и так далее. Ну, для этого существует целый веб-портал, где это все регламентировано. Есть регламент, положение, правила и так далее. Ну, якщо наші команди, наприклад, можуть поїхати до Одеси, то ми ж можемо очікувати, що і одесити або гості з Вінниці, Дніпра приїдуть до нас. Таким чином і певна популяризація Миколаєва відбувається? Естественно. Естественно, это ми, в принципі, в соціальних сетях є групи, як нашої ліги, да, так і інших городів. От з Дніпропетровської ліги ми віримо, що почали дружити. Тобто, от, відправили їм посилку на наш веб-ресурс, вони, відповідно, в ответ кореспонденція відповідна на свій веб-ресурс. То есть, да, мы налаживаем систему этих лиг. Есть компания «Игра», то есть об этом тоже стоит упомянуть. «Игра Украина», которая является создателем телевизионной версии «Что, где, когда» и передачи «Brain Ring». Ее генеральный директор – это Александр Викторович Андросов. То есть, в принципе, он главный куратор и организатор всего течения «Бизнес-лиг» по Украине. То есть, является связующим звеном. Совершенно верно. То вот между всеми лигами. Вы его, может быть, не так часто видели, но я думаю, что абсолютно все его слышали. Якщо повернутися до спортивного щодеколи, спортивної ліги щодеколи, там дещо відрізняються умови гри. Яким чином формуються ваші взаємини із спортивним щодеколи? Чи приймаєте ви до участі гравців у спортивної ліги? І взагалі, які основні принципові відмінності є? По принципиальным отличиям, в принципе, говорили. Касательно того, как мы принимаем игроков спортивного «что, где, когда». Есть такой рейтинг МАК, который формирует список и рейтинг каждого профессионального игрока «что, где, когда». То есть, найдя по фамилии, имя, отчество, введя игрока конкретного, можно определить, что, допустим, Иванов Иван Иванович из города, к примеру, Днепропетровска, да, принимал участие в течение там сезонов спортивного «что, где, когда», допустим, 2015-2016 года в таких, то есть турнирах спортивных, имеет определенный рейтинг.
Вот такі ігроки мають определені навики. Навики мають, да. Так, ми ж розуміємо, ігри. Що люди, які прийшли відволіктися, провести так організовано своє дозвілля, їм буде і не надто цікаво змагатися з професійними так, гравцями. Так, да, учитывая это, ми ввели ограничення, що в кожній команді може присутствовать не більше двох професіональних ігроків. Двох професіональних ігроків, які на протяжении останніх трьох лет сыграли минимум 5 игр. Нам кажется это условие толерантным, то есть нельзя ставить, приравнивать к уровню профессионала игрока, который каким-то случайным образом попал на спортивный турнир и уже считается таковым, то есть спортивщиком, да, и спортивного игрока, который 10 лет играл что где когда, один год, допустим, в 2015 году, да, пропустил, и он является любителем. Поэтому мы определили, что отрезок времени длиной в 3 года и наличие не менее 5 сыгранных игр. Два игрока существенного перевеса не дадут, но они обеспечат, покажут, как выглядит командное взаимодействие, как правильно отрабатываются вопросы, пакет вопросов. И они дадут как бы толчок к стремлению тренироваться у непрофессиональных игроков. Непрофессиональные игроки будут быстрее попадать в логику вопросов. Да. Да, потому что вопросы тоже очень интересным образом составляются. Очень часто ответ на вопрос закладывается в самом вопросе, а также в интересном пояснении и каком-то общении ведущего с командами. И одразу ж постає питання, хто формулює і пише питання для бізнес-ліги Миколаєва щодо коли? Конечно же, этим занимаемся совершенно не мы. Мы не знаем. Мы не знаем вопросов. Ни до, ни во время мероприятия абсолютно. То вы так... отримуєте запитання закриті? Мы их даже не получаем, мы их даже не видим. А яким чином, хто, ну, власне, звідки ви їх берете? Объясню. Ведущий игры Александр Андросов, он взаимодействует с редактором, либо рядом редакторов, которые занимаются редакторской работой по составлению пакета вопросов. То есть приезжает Александр Андросов в наш замечательный город уже с готовым пакетом вопросов, проверенным им, отсортированным. То есть в данном вопросе мы ему доверяем от А до Я. Мы к части составления вопросов не касаемся. В данном случае это снимает вопросы касательно того, знаем ли мы ответы на эти вопросы, нам интересно играть. Тоже. Тобто ми приймаємо, ви, адміністрація цього проекту теж грали в перші? Ну, я іграв. Саша іграв, да. Ми з Ксюшей стояли рядом, вот так вот, і от, я думаю, що це вот это. І от так вот примерно ми з Ксюшей грали, то есть тоже как бы тихо, щоб не подсказывать остальным і наоборот не збивать з правильного пути. Взаємодія глядачів і гравців, підказки, ті глядачі, хто дивиться спортивне, що деколи знає, що дуже... Уважно за цим стежить рефері. Як це відбувалось на першій грі? Понимаете, там было 26 команд. И вот представьте, когда 26 команд одновременно что-то обсуждают. Улей. Улей. Не слышно да. То, что да, то, кто сидит рядом, абсолютно не слышно. И на это, в принципе, нет времени. Потому что у тебя есть ровно минута, ты за эту минуту должен что-то придумать. Не обязательно знать ответ, можно просто логически дойти к нему. Также поэтому... нам очень помогло помещение, да. Так как все зрители были отведены в фан-зону на втором этаже. И поэтому большинство зрителей находилось там. То у вас посередней близкости между... не было? Нет, между командами ходили только девочки-ласточки, которые забирают ответы. В сюжете было, и, да, и организаторы. Ви сказали про те, що запитання у гравців забирали, відповіді на запитання. Да. Тобто, є определена счетная комісія, яка обрабатывает вопросы. Як це відбувається? Розкажіть, будь ласка, як проходить безпосередньо процес гри? Ну, це я можу розказати. Будь ласка. Дається минута. Во время вот этой минуты понятно, что обсуждается вопрос и дается вариант ответа на этот вопрос. Потом по истечении 50 секунд дается звуковой сигнал о том, что прошло 50 секунд. И в принципе в это время команде уже нужно решить, что они будут вписывать на ответ карточку. У каждой команды есть ответы карточки. Потом по истечении минуты дается опять же таки 10-секундный обратный отсчет. И как раз за эти 10 секунд кто-то один из команды должен написать на карточке вариант ответа. Потом эти ответы собираются ласточками и отдаются на проверку. Відповіді потім озвучуються, щоб команди дали пояснення? Конечно. Во время мероприятия, так уж сложилась традиция, наверное, уже бизнес-лиг, что где когда, есть микрофон, который передают по командам.
То есть и ведущий, собственно, вместе с командами взаимодействует, и команда отвечает на вопрос, непосредственно оглашая его вот всім присутствующим, дает ответ. Ми почули, що у першій грі взяли участь чимало команд, понад 20. 26. 26. На кожне питання 26 команд дають пояснення, чи це якось вибірково відбувається? Мікрофон, який гуляє по столам, передається по столам. Тобто на перше запитання відповідає одна команда, на друге запитання відповідає друга команда, а письмово надають відповіді всі. А як потім формується турнірна таблиця? Один правильний відповідь. Идет в зачет каждой команде. То есть мы видим турнирную таблицу, которая вводится на экран, периодически показывается. То есть раз в три там вопроса, допустим, да. Ближе к концу мы ее смотрим чаще, когда борьба за призовые места обостряется. Да. То есть мы ее видим чаще. Обрабатывается она достаточно быстро, то есть... Отвечая на следующий вопрос, вы уже видите, зачислены ли баллы за предыдущий. То есть быстро все. Ждать якихось, не надо, это не ЦВК, все считается быстро. Організаційних помилок, якихось накладок, апеляцій не було протягом першої гри? Нет. Тобто всі залишились задоволені? Ні, стоп, ну давайте будем откровенны. Да, у нас был один вопрос, который вызвал дискуссию одного из участников. Он, кстати, был в видеосюжете. Вот он у него брали интервью. Да, у него брали интервью, он очень отстаивал горячо свою точку зрения. Это правильность відповіді у него? Да. Правильность вопроса. Ага, навіть формулювання питання. Да, правильность формулировки вопроса. Но в дальнейшем команда все-таки согласилась с обоснованностью, да, вот именно той формулировки вопроса, которая была оглашена, зачитана ведущим. Тобто потрібні ще експерти, які будуть оцінювати коректність. Є команда Олександр Андросов, собственно, который готовится к каждой игре непосредственно и который знает не просто вот вопрос и на него ответ, но еще информацию вокруг этого вопроса. Он владеет этой информацией, он может объяснить, почему так или вот так вот. Ну, якщо говорити про підказки, не можу не спитати ще про смартфони, планшети. Чи дозволяється використання таких електронних засобів під час гри командами? Ми, собственно, не предупреждали, да, не говорили об этом заранее, що ребята, нет, не пользуйтесь ни в коем случае. Но в силу того, що вопросы готовятся индивидуально для каждой игры, тяжело найти за ту минуту. Собственно, правильный тяжело ответ. Просто найти даже за ту минуту ответ. Это правило что... мне заборонено. Запрещено. В принципе, оно запрещено. И плюс, интереса не будет, собственно. Вы люди взрослые, люди адекватные. Да, то есть... то приходят с блокнотами, какими-то нотатниками, ручками. Не каждого, мы, собственно, предоставляем. Давайте хвастаться. Хвастайтесь, да. У нас есть ручки, у нас есть... Партнеры, которые нам помогают. У нас есть сувенирная продукция. У нас есть бумага, то есть, на которой люди пишут ответные карточки. То есть, люди в формате под ключ приходят и отдыхают. На хороший вечер, на хороший концерт. Вы пришли, вы получили 3 часа удовольствия, именно столько длится в среднем игра, и ушли с хорошим, с прекрасным настроением. 3 години, сколько это питань? 36. Разделяется турнир на 3 части, то есть 3 тура. Первый тур – это 12 вопросов, после него идет перерыв, минут 5-10. Потом второй тур – 12 вопросов, опять перерыв, и третий тур – 12 вопросов. У нас в этот раз будет еще добавлена викторина. Для всех, всех индивидуально. Разминочная, да, чтобы люди быстрее настроились на правильный лад игры, да, что нужно сейчас будет думать, то есть вкатились в этот процесс, как мы это называем, да. Тренирование такое. Мини-тренировка, да, она в формате «да, нет, верю, не верю», то есть, опять же, я не знаю, какая конкретно будет викторина, поэтому говорю, как это бывает обычно. То есть, дается 12 вопросов дополнительно, тоже взаимодействие с экраном есть. Вот в этот раз мы такую викторину сделаем. В первый раз мы не делали, поскольку процесс, объяснение правил игры, он все-таки был времязатратным, мы боялись не вложиться в отведенное нам время. В этот раз мы эту викторину обязательно сделаем. Наступні ігри коли відбудуться? 8 апреля, следующую пятницу. Тобто вже дуже швидко. Да. Якщо зараз нас дивляться люди, які хочуть долучитися, хочуть взяти участь, вони можуть це зробити, зареєструватися Конечно. Якимось чином? Звісно. Яким образом? Можна відправити заявку на наш адрес электронной почты. Он изложен, да. games@armada.mk.ua. Именно на этот адрес можно отправить заявку. Также можно найти в социальной сети Facebook нашу группу и эту встречу тоже там же можно написать. Собственно,
заявку на ігри. Що ж, власне, потрібно для того, щоб взяти участь у грі? Команда з якої кількості людей має бути? Чи є якісь обмеження, окрім гравців у спортивне, що деколи? Вікові, можливо, обмеження? Команда состоять должна із 6 чоловік. Допускається, це базовий состав команди, допускається участь 3 запасних. То есть общее количество до 9, да. Возрастное ограничение, ну, в ночной клуб пускают тут 18 лет, поэтому это естественный отбор уже тут действует. Игра проходит на базе ночного клуба. Да, это ночной клуб «Каприка». Мы с ними работаем, нам там комфортно и уютно. Каких-либо других ограничений нету. То есть мы открыты всем, рады видеть всех людей на этом мероприятии. Хорошее настроение. Позитивні емоції, от, в принципі, все, що потрібно. І желання добре провести час. Дивіться, перша гра вже відбулася, тобто 26 команд взяли участь, мають досвід. Ті бали, які вони заробили, якимось чином будуть зараховані на наступних іграх? Чи все обнуляється і кожна гра рахується окремо? Все з нуля. В цей раз все з нуля, але сформував сітку сезону, как бы есть определенное количество команд, подавляющее большинство команд, которые играли в первый раз и будут участвовать во второй игре. Но, тем не менее, вы правильно говорите, что есть вновь прибывшие команды. Пока мы не видим смысл формировать сетку сезона, пока не сформируется окончательно костяк. То есть пока мы не будем знать, что с нами, допустим, вот эти вот 20-25 команд, да, ну и плюс там минус там одна, две, три команды, которые добавляются так или иначе. Вот до тех пор, пока мы не будем как бы делать турнирную таблицу, общую, переходящую из игры в игру. Но, тем не менее, мы планируем провести 6 мероприятий. То есть, естественно, апогеем и логическим завершением цикла этих игр будет какой-то финал. То есть, розыгрыш кубка и определение чемпиона сезона. То есть, поэтому мы формат турнира, именно соревновательного турнира, еще пока вынашиваем. Ну, обязательно 8 числа на мероприятии ведущий уже озвучит, как это будет происходить. То есть, команды, которые придут 8 числа поиграть в пятницу, они уже будут четко понимать, какая будет схема сезона. И что это будет турнир уже. То есть, первая игра была, как бы, если можно так сказать, пробная. Пилотный проект, пилотный, можно сказать. Да, пилотный выпуск для того, да, чтобы, собственно, команды пришли, посмотрели, как это, и, знаете, большинство команд сразу же согласились играть в будущем, во второй, в третій, в четвертій. Це, я думаю, власне, найкраща характеристика і найкраща відповідь на питання, чи сподобалось. В цифрах можу навіть сказати, якщо цікаво. Скільки интересно команд з 26 долучилось? Смотрите, 26 команд було, да, 13 команд. Тобто половина вже, підтвердили свою участь. Це вже підтвердили, у другій, да, грі. Большинство, к сожалению, вот, может быть, в этом минус бизнесменов, если можно так сказать. Большинство просто будут физически отсутствовать. Да. Вот именно из-за люди очень расстроились на самом деле, но обещали быть на третьей игре, если на второй то не можно получится. То можно пропускать игры, долучатись до кожної нової, а з нових учасників вже є зареєстровані команди? На даний момент по состоянию на 1 апреля, это не шутка, зарегистрировалось 20 команд. Угу. Тобто теж ми бачимо досить велику команд участь бажаючих. 7, получается. Ну, если Мечко. Мы, да, берем, смотрите, берем какие-то несостыковки, у кого-то что-то не получится, мы как бы понимаем, что такое может быть, и, скорее всего, будет там одна или две команды, но я думаю, что вот цифра 22-23 участника будет. Це ваші такі очікування? Да, да, да. Хотя в первой игре наши ожидания даже... Мы ожидали не более 20 команд. Смотрите, получается... И рассчитывали на 20 команд, и получилось намного лучше. Слова из контекста вырываем. Смотрите, как получается. 26 числа у нас все-таки была первая игра... 11-го, да. У нас была первая игра, 26 команд участвовали бесплатно. То есть, все-таки стоит обозначить, я считаю, что у нас второе мероприятие предполагает оплату организационного там сбора, то есть взноса, да. То есть, несмотря на как бы этот фильтр, из 26 команд 22-23, я думаю, что будет. То есть, это, ну, практично... Мы выходим практически, да. Команда працює над створенням, власне, да, цієї, да, гри, тому, ну, дійсно, якісь витрати несуть організатори. Я думаю, що це зрозумілий момент. Да, ну і опять же, є і сертифікати, і подарочна продукція, і в цей раз будуть грамоти, то есть, ну, це теж все розходна частина. І от на цій такій ноті про переможців хотілося б теж закінчити нашу програму, часу, на жаль, не так багато. Що отримує переможець і скільки взагалі призових місць передбачено?
С нашей игры выйдет с призом не только одна команда и не только те призовые места, которые будут оглашены. Практически большинство команд и все участники с нашей следующей игры выйдут с каким-нибудь памятним призом, памятним подарком. Тобто да. будуть і матеріальні подарунки, і грамоти, сертифікати. Звісно, да. Хто ж став переможцем першої гри сезону? Замечательна команда, названня «Шимоза», «Взрывная смесь». Это. Команда, которая набрала 33 ответа из 36 вопросов, дала. Высокий команда, показник. Команда, очень, которая да. состояла преимущественно, не преимущественно, исключительно из профессиональных игроков, именно из-за участия которой мы ввели ограничение в 2 игрока. Ага, да. То ось да. чому, власне, да. и виникло ограничение. Нам очень хочется, чтобы удовольствие получали наши гости. Но в то же время, чтобы они расслаблялись. Чтобы они расслаблялись и чтобы... Тоже думали. Было, чтобы было интересно. Чтобы какой-то уровень интеллектуальный и уровень возможностей между игроками был примерно равный. Чтобы оставалась какая-то надежда на интригу. Тут, понимаете, очень важно соблюсти вот этот баланс. Когда вопросы не такие сложные, но в то же время и нелегкие. Команды вроде бы и не профессиональные, но тоже, в ту же как бы, очередь. Но не выпадковые люди. Да, не случайные люди, думающие. То есть мы постоянно вынуждены балансировать, то есть, чтобы соблюдались интересы и людей, которые поиграли немножечко, и людей, которые пришли впервые. Я дякую вам за відповіді. Мені було дуже цікаво почути про бізнес-лігу Миколаєва що деколи, і я впевнена, що учасникам гри буде не менш цікаво, а надто цікаво пограти, взяти участь. Я бажаю вам успіху і сподіваюсь, ми ще зустрінемося у студії, поговоримо про ваші наступні заходи. Дякую. Я нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми говорили про бізнес-лігу Миколаєва «Що, де, коли». Перша гра вже відбулася 11 березня. Наразі відбудуться ще ігри, починаючи з 8 квітня, тому стежте і у соціальних мережах, і у нашому ефірі за анонсами. Я бажаю вам цікавого та яскравого дозвілля. На все добре.